А бытовой вопрос. Разбилось доверие потребителей. В Роспотребнадзор по республике поступают тысячи жалоб на некачественную бытовую технику. И на продавцов, что не желают возвращать деньги за ненадлежащий товар. Что делать в такой ситуации? В нашей традиционной рубрике «Правовой ликбез». Подарок близких Фиданию Гарипову не порадовал. Куртка не подошла по размеру. Девушка намерена вещь обменять. Размер оказался мал. Я решила его либо вернуть в магазин обратно, либо поменять на размер побольше. Обменять товар по закону девушка сможет в течение 14 дней со дня покупки. Исключения прописаны в особом перечне, в нем 14 пунктов. Обменять товар или вернуть деньги не смогут покупатели предметов личной гигиены, например, зубных щеток или расчесок, лекарств, парфюмерии, косметики, драгоценностей и автомобилей. Если обновка не подходит по размеру, форме, габариту, фасону, расцветке или комплектации, покупатель имеет право ее обменять или вернуть деньги. В магазине обязаны это сделать в течение 4 дней со дня обращения. Продавец не имеет права в этом случае им отказывать. Причем надо обратить внимание, то, конечно же, должны быть сохранены ярлыки на товаре. Товар должен иметь надлежащий вид и при этом желательно иметь кассовый товарный чек. Произвести обмен товара продавец обязан даже без наличия упаковки и после истечения 2-недельного срока, если еще действует гарантия. Правда, сделать это будет сложнее, потребуется экспертиза. Потеряли чек – это не причина для отказа. Если у покупателя вдруг потерялся кассовый товарный чек, то он может доказать это, во-первых, свидетельскими показаниями, что кто-то с ним был. При отказе магазина в обмене или возврате денег обращаться стоит в Роспотребнадзор. По данным ведомства, чаще всего жалобы поступают от покупателей бытовой техники и продуктов питания. Карина Насрудинова, Айдар Кунафин, Илья Шорин, Вести, Татарстан.